Друзья, добрый день. Ну что ж, продолжаем наши прогулки по паркам города Зеленодольска. И сегодня мы начнем с общественного пространства «Авангард» и прогуляемся по парку «Соловьиная роща», посмотрим на городские озера и съездим в парк рядом с Дворцом культуры Родина, так называемый. Поэтому не переключайтесь, поехали. Вот панорама общественного пространства «Авангард». Здесь проводятся массовые гуляния в старой части города. Конструкция, где собирают елку и на масленицу фигурку. Тут раньше было футбольное поле. Мы играли здесь когда-то с ребятами, с друзьями в футбол на этом поле. Сейчас здесь уже вовсю тоже растут деревья. Вы можете видеть, каштаны поднимаются. Уже тоже они укоренились. Постриженные кустарники вот такие вот бордюрные. Посмотрите, какие красивые. Самые разнообразные здесь деревья вот с такими маленькими ягодками. Какое-то плакучее такое дерево. Можете видеть. И все в порядке. Всюду слышен детский крик. Большое количество голубей сидит на бывшем футбольном поле. Пирамидальные тополя поднимаются. И посмотрите, вот каштаны уже желтеют. Все меняется. Уже всюду пахнет осень. Обратите внимание, друзья, по сравнению с парками на Мирном, где мы только что были, для меня и в предыдущих сериях для вас, здесь уже желтые деревья. Уже видно, что здесь дышит осень. Скачут воробушки. Там вот шебуршат. Их плохо видно на камеру, но их тут довольно много. Поедают свежие ягоды, спелые. Такая вот здесь, посмотрите, тоже конструкция для занятий спортом слева от меня. Красиво, конечно. И здесь, несмотря на то, что рядом одна из центральных улиц города, улица Ленина, здесь довольно тихо, спокойно, и ничего не мешает нам записывать наш сегодняшний видеосюжет. Да. Когда-то здесь были трибуны, вот именно на этом месте стояли. Здесь мы смотрели с папой футбольный матч зеленодольской команды когда-то в 90-е годы. Но сейчас уже все меняется. И посмотрите, какие красивые красные резные листья на этом кустарнике. Смотрите, какие красивые. Настоящие резные, очень красивые такие замечательные листочки. Осень приближается, друзья. Я имею в виду дождливая, ненастная пора. Сейчас еще такое бабье лето. Здесь кофейня. Людей пока нет. Елочки высажены. Тоже прижились. Убрали располагающиеся здесь, на этом месте, большие надувные горки. Ну и здесь вот осталась только стационарная детская площадка. Вот та, которую вы можете видеть сейчас. Вот такое общественное пространство «Авангард». Посмотрите, как красиво здесь вписаны общежития на улице Юности. И слева от него серое здание «Центр детско-юношеского творчества». Все здесь в нашем городе получается красиво. И вот выход в парк «Соловьиная роща», куда мы сейчас с вами отправимся. Посмотрите, насколько яркий контраст. Да? То есть все деревья желтые. Все липы пожелтели. Это липовая «Соловьиная роща». Красивое название придумали этому парку, наверное, пару-тройку лет назад. Дворец культуры имени Горького на ваших экранах. И тут, смотрите, как здорово разбегаются вокруг аллеи. Налево, направо, они пересекаются друг с другом, это очень удобно. Я считаю, что в парках должна быть именно такая сформирована сеть из аллей, чтобы можно было переходить с одной аллеи на другую не в одном месте, а в нескольких местах. Потому что тогда люди не будут вытаптывать газоны, потому что все равно люди хотят срезать. И здесь, вот в этом парке «Соловьиная роща», когда перестраивали сеть аллей, опять же смотрели на то, где протоптаны тропинки. И именно здесь, по этим тропинкам, прокладывали, собственно, асфальтированные дорожки, которые вы можете сейчас видеть. То есть место, откуда мы пришли, посмотрите, раз — перекресток. Здесь направо идет дорожка. Мы тоже идем по дорожке. Вот она пересекается здесь, посмотрите. Вот она уходит, вот тут голуби вовсю едят, кушают с кормушки корм. Вот она уходит сюда,
она продолжается в этом направлении. Там они снова пересекаются. Поэтому это получается так, что практически не вытоптан газон. И это здорово. Большое количество кормушек. Скоро зима. Будем приходить кормить птиц, конечно же. И вот отголоски творчества, резьбы по дереву. Вы можете видеть. Здесь такая вот фигурка. Давайте посмотрим. Это дракончик. Вот он. Голова дракона, посмотрите. Она королева. У нее корона сверху, да? И вот такие там лапки внизу. Здорово. Как листья шуршат здорово под ногами. Настоящее осеннее настроение. Видно, что этот парк уже старый, да, друзья? Посмотрите, какие старые деревья. Дуплистые березы. Они тут все разноярусные. Ну, скоро и парк Алтынова, и березовая роща. Сквер Корабелов тоже вырастут и будут такими же уютными, как сейчас этот парк. Но хорошо, что парки создаются. Это приятно. Здесь еще островки зелени небольшие остались. Но в целом уже липы скоро сбросят свой наряд. Вот вы можете видеть, я прогуливаюсь по дорожке. Просто поворачиваю направо, да, и иду по другой дорожке и выйду сейчас на соседнюю. Поэтому повторюсь еще раз, это удобно здесь, в парке Соловьиной Рощи, из-за вот этой разветвленной сети тротуаров. Поэтому гулять здесь одно удовольствие. Ну и наслаждаться падающими листьями осенью, конечно же. Снимаю специально широкий угол, чтобы вы увидели, как мы видим всю эту красоту вокруг нас. Здесь, в Зеленодольске, посмотрите, какие прекрасные здесь деревья. Настоящая осенняя сказка, друзья. Солнце в лучах деревьев. Поэтому я родился в старой части города Зеленодольска. Для меня именно вот этот парк, который сейчас называется Соловьиная Роща, он — это часть моего детства, это часть моего становления здесь, в Зеленодольске. И он для меня очень памятный. Мы здесь когда-то в школе бегали на лыжах. Мы здесь играли с ребятами в прятки, катались на велосипедах в этом парке. Рядом моя школа. И поэтому то, что он в хорошем состоянии, меня, конечно же, мне очень нравится, меня очень устраивает, меня радует. Вот, к сожалению, тут построили когда-то давным-давно, в нулевые годы еще, там, это спортивный, точнее, развлекательный комплекс. Потом под это дело вырубили часть парка, потом еще немножечко построили. Но вроде в последние годы это уже все прекратилось, и никаких новых строительных работ здесь в парке не проводится. И поэтому он в тех своих площадях, которые вот как бы к 10-м годам остались, 20-21 века, вот в принципе он в них сохраняется, и это здорово. Потому что это действительно легкие нашего города и центральная часть, где всем приятно находиться. И вот это здание, которое тут сейчас на ваших экранах за деревьями, когда-то был развлекательный комплекс «Джумба». Сейчас это огромное здание, просто магазин «Светофор». Вот там написано на первом этаже. То есть сиюминутно, с точки зрения истории города, отрезали кусок парка на берегу озера, построили здесь какое-то здание, рядом организовали скай-парк. Ну, а, собственно, ради чего? Ради того, что здесь потом все закрылось, и это превратилось в магазин «Светофор», который можно было бы и в другом месте открыть. Ну, вот панорама самого парка, друзья. Музыкальная школа. Там почта. Здесь очень легко дышится, поэтому тут красиво-красиво по-осеннему. И посмотрите, какое небо сегодня чудесное. Настоящее голубое небо. Ну и сам магазин «Светофор» — это же какое-то, по моему мнению, издевательство. Просто в первую очередь над своими работниками. Всегда там очень тускло, плохое освещение, плохо видно. Люди должны работать в очках, они портят свое зрение. То же самое с покупателями. Это просто такой формат, потому что, ну, они так считают, что привлекают людей, я так понимаю. Поэтому, на мой взгляд, вместо вот этого здания, которое сейчас вот на ваших экранах, да, было бы здорово сохранить ту рощу, которая здесь была, в продолжении парка, и деревья выходили прямо к берегу озера городского. Ну, что есть, то есть. Надеюсь, когда-нибудь здесь будет библиотека или какой-нибудь клуб по интересам. Ну, что-нибудь такое спокойное именно для людей, которые и Соловьиную Рощу, и городские озера, и жителей объединит
нечто такое общее. Ну, поживем, увидим. Что ж, а мы с вами выходим уже к городским озерам в центре города. Вот, друзья, городские озера. Такие серебристые деревья интересные. Большое количество здесь голубей сидит, греется и пьет воду. Уже убрали для проката выставленные здесь летом лодочки. Осталась только небольшая понтонная конструкция. И голуби, прилетающие с берега на берег. Это озеро, вы знаете, друзья, является сердцем нашего города. Это центр, исторический центр, место притяжения. Посмотрите, как оно выглядит, очень красиво. Минут 20 назад, когда я здесь шел, фонтан еще работал. Сейчас фонтан уже выключили. Ну и рядом с озером гимназия номер 3. Вошедшая, по-моему, в 300 лучших школ России. Чему я очень рад и поздравляю весь коллектив школы, гимназии с этим достижением. И, конечно же, директора. Вторая часть озера, посмотрите, тоже очень красивая. Панорамные здесь виды, красивые здания. Музыкальная школа. Вот видите, то самое здание, о котором мы говорили некоторое время назад с вами. Вот его здесь построили, а раньше здесь была такая же прекрасная роща. Мы также отметим, что раньше два этих озера не были соединены вот этой протокой, над которой мы сейчас стоим, и поэтому воспринимались как-то отдельно. А сейчас это общее пространство, где люди гуляют. Отлично. И также отметим, друзья, что если идти восьмеркой вокруг этих озер, дважды пройдя по мосту, то примерно 1 километр длина всего маршрута. Поэтому здесь удобно ходить, удобно бегать. И люди часто используют это для того, чтобы считать, сколько километров они прошли или пробежали. А мы подходим с вами к конструкциям рядом, к детским конструкциям рядом с школой номер 3. Черемушка, посмотрите, такие пароходы, лесенки различные, винты сделаны. Когда-то здесь был такой железобетонный низкий заборчик. Мы здесь прибирались на территории в субботник, убирали старую пожухлую листву весной и так далее. Сейчас уже все меняется. И рядом со школой, посмотрите, тоже облагорожено все. Раньше здесь были цветники, а сейчас высадили уже давно кустарники. И эти кустарники прижились. И давайте посмотрим на соловьиную рощу с этой стороны. Вот сколько здесь птиц, посмотрите. Целые стаи. Голубей в этом году очень много в Зеленодольске. Вот они тут все шебуршат, ходят. И посмотрите панораму самого озера. Очень красивая. И соловьиная роща на противоположном берегу. Тоже радует нас, радует глаз и жителей города. Я очень люблю это место, друзья. С удовольствием всегда здесь гуляю. Красота. Что ж, друзья, вот такая у нас получилась прогулка здесь, в Соловьиной роще, в парке «Авангард». Сейчас мы с вами ездим в парк культуры и отдыха рядом с Дворцом культуры «Родина». Погуляем немножечко там. Поехали. Ну что ж, друзья, вот мы и доехали до Дворца культуры «Родина». За моей спиной он находится, молодежный театр. И стоим здесь на пересечении улиц Гагарина и улицы Ленина. Здесь у нас, как вы знаете, сформирована пешеходная зона, поэтому все гуляют свободно, катаются на самокатах дети, родители гуляют с колясками, со своими детьми. Посмотрите, как много вот тут голубей тоже сидит, и на памятнике Владимиру Ленину, и вот там сзади на такой импровизированной ротондочке с качелями. А мы с вами давайте посмотрим здесь на всю эту красоту. Посмотрите, старые дома за моей спиной. Водонапорная башня, когда-то снабжавшая эти дома водой. И сам театр, все это построено, ну, скажем так, в 40-е годы 20 века. Давайте посмотрим, как это выглядит сейчас, осенью 24-го. Вот, друзья, когда-то здесь, в этом здании, находился зоомагазин. Я ходил туда за кормом для своего питомца. У меня были мышки, семейство мышек белых лабораторных в детстве. Потом появилась кошка. Вот, пока жили мышки, я для них покупал здесь корм. Здание, одно из первых 9-этажных зданий в городе. Посмотрите, здесь рябины, красные листья. Но здесь еще не так чувствуется осень, как в парке Соловьиная роща, потому что здесь березы. Они немножко поустойчивее, чем липы к наступлению холодного времени года.
все выглядит. Раньше здесь была большая площадь, были клумбы с цветами сделаны. Машины здесь ездили. Но сейчас сделали, по-моему, еще лучше, потому что здесь можно свободно гулять. Здание Дворца культуры Родина, как мы ее называем по старинке. Скоро тут открытие музыкального сезона. Очень красивое здание. Внутри очень красивое. Мы ходили сюда в детстве на различные представления новогодние. Было просто замечательно. С удовольствием всегда с мамой ходил на различного рода сказки, спектакли и все остальное. Посмотрите, здесь тоже высажены каштаны. Все с ними в порядке. Они еще не плодоносят, они еще молодые. Ну, по крайней мере, не замерзли. И это хорошо, не все прижились. Все здесь в порядке с ними. И вот старые красивые березы. Они высажены здесь, наверное, уже в 50-е годы. Может быть, в 40-е даже. И очень красиво здесь всегда встречают гостей этого парка. Ну, знаете про этот дом, который здесь построили, знаете мое отношение к нему. Но как есть, так есть. Посмотрите, друзья, как здесь сделана входная группа. Раньше здесь были белые бетонные такие красивые колонны и арки. Сейчас немножечко попроще. Но все равно красиво здесь и дышится легко. Прогуливаются люди. Посмотрите, в сам парк Дворца культуры Родины так все выглядит. Вот. Поэтому здесь сейчас замечательно. Но единственное, что здесь нет каруселей, да, здесь нет никаких таких вот больших каких-то там аттракционов. Раньше было колесо обозрения, когда-то давным-давно были горки, такие американские, невысокие и так далее. Были различные карусели для взрослых, для маленьких. Но сейчас это все разобрали, все это ушло в прошлое уже, к сожалению. Ну, потому что все это надо обслуживать, все это надо эксплуатировать должным образом. Они просто пришли в негодность, их разобрали. И теперь здесь просто общественное пространство, где можно гулять, сидеть на лавочках, отдыхать и так далее. Ну и вот здесь вот, на этом месте, где стоит красивая такая хай-тек елочка, все лето проводились различные танцевальные вечера. Несколько раз, может быть, в неделю. Но один раз в неделю точно. И здесь встречались люди, танцевали. Различные танцы. Было здорово. Посмотрите, какая красивая береза. Она немножко подсыхает сверху уже, к сожалению. Но она очень старая. И такая вот панорама самого парка. Посмотрите. Какие-то сосенки тут молодые, тоже прижились. Что мне нравится, здесь, друзья, нет никаких сухих деревьев. Это означает, что позаботились о деревьях своевременно, своевременно проливали. И они все прижились. И это очень хорошо, потому что в других местах, в Казани в частности, иной раз едешь, и прямо свежепосаженные деревья все высохли, например. Так на Горьковском шоссе в Казани так сделано. Так получилось. Вот посмотрите, тут красивый шиповник. Какие цветы еще. Последние цветы шиповника, наверное, в этом сезоне. Раз, там чуть поводать, их даже побольше, посмотрите. И листья желтые, да, и уже еще шиповник цветет. И аромат такой чуть-чуть тянет, этот, чувствуется от шиповника. Вот, друзья, гуляют с собаками. Это такая поодаль спортивная площадка. Вот, слушаются собачки. Ну и там давайте подойдем вот к тем горкам, которые на ваших экранах там впереди. Так это все выглядит. Посмотрите, как красиво. Парк. Хорошо, что его сохранили, потому что речь шла о том, что его, по-моему, одно время даже хотели ликвидировать. Но сейчас парк на месте. Красота. Мы сейчас с вами пройдемся по навесу, посмотрим на то, как дети катаются на самокатах по горочкам. А за моей спиной здесь, посмотрите, та самая водонапорная башня, на которой мой друг Денис, он там лазил когда-то и тренировался, будучи членом секции альпинистов и туристов России, там, ну, в 90-е годы школьником он записался в секцию, тут они занимались. И посмотрите, вот тот самый стадион Колотова. Вот, друзья, посмотрите, когда-то здесь проводились занятия различные, вот там сейчас тренируются, разминаются футболисты. У нас здесь были все время дни спортивных секций.
дни здоровья от школы проводили на этом стадионе. Так все выглядит, друзья. Стадион большой, вот, и водонапорная башня. История нашего города. Ну, а с этой стороны можете видеть вот такие виды на различные места, где дети играют различные игры в свое удовольствие. А здесь есть смотровые такие вынесенные площадочки для родителей. Давайте немножечко постоим, посмотрим, как здесь дети катаются. Вот так вот. Вот так вот. Им еще учатся только. Молодые еще. Не обкатанные. Ну, здесь, видите, там горочки впереди. Можно спуститься и так далее. Вот такая панорама парка. Давайте отсюда посмотрим на сам парк. Раньше на том месте, где мы находимся, находился автодром, где можно было кататься на электрических машинках. Вот именно в этом месте. Смотрите, какие красивые здесь, друзья, деревья. Еще раз повторюсь. Осень. С ненастьем близко. Деревья становятся прозрачными. Но мы стараемся наслаждаться каждым таким ярким солнечным днем. Ну что ж, друзья, вот такие у нас с вами получились прогулки по паркам города Зеленодольска. И мы с вами видели и современные парки и скверы, и благоустроенные, поддерживаемые в хорошем состоянии, старые. В том числе вот парк культуры и отдыха рядом с ДК «Родина», первым вынесенным общественным пространством Дворца культуры в Республике Татарстан. Спасибо за просмотр. Берегите себя. Пусть у вас все будет хорошо, друзья. До новых встреч. Пока-пока.